три локации сотрудников на фонд заработной платы на электроэнергии, представляете, вот этот эффект, он сравнялся с налоговым эффектом. То есть он нивелировался. Достигнутая экономия по налогам скушалась вот этими самыми преференциями. Поэтому каждый конкретный проект надо считать, и выводы о размещении на той или иной преференциальной зоне надо делать индивидуально. По-моему, у меня, наверное, все. Большое спасибо за внимание.